Дорогие друзья, всем привет! Собираю для вас видео, как прошло лето, вернее, половина лета, вторая половина лета. И из тех фрагментов, которые у меня имеются, которые я снимала, кое-когда, каждый раз задумывая ввести влог. Ну и забывая, конечно, об этом. Приятного просмотра! Шикарный был вид из квартиры, которую снимал мой сын. Он боится вот этого огромного комара. Ля. Он же не кусается на меня. Это не комар даже. Ну, это комар, только не такой, который кусается. И как малыша зовут? Давайте ребятам похлопаем нашим малышам, тоже похлопаем. Дальше, ну и у нас есть, конечно, наши взрослые. Взрослые, все свои имена помните? Как-то не уверенно. Хорошо, давайте взрослые на счет три кричите все ваши имена. И давайте раз, два, три, взрослые! Аюна! Отлично! Ну а теперь давайте ручки выше, взрослые. А мы повторяем за вами. Раз, два, три, пока! Открыты лицами персонажей из Роблокса. И вам, ребята, нужно будет догадаться, что там изображено. Что это за фильм? Я устала от аниматоров. Вышла отдохнуть. Так, мы в зоне отдыха Верхняя Березовка. Ну, некоторые еще в последнее время я слышала, что стали называть это нашей Рублевкой Улан-Удэнской. Ну, может быть и так. Как хорошо я выгляжу, классное освещение. Я сижу вот в такой беседке. Вот это вот туалет. Ой, кто-то бежит ко мне. Нет, не ко мне, в туалет бежит. Давай! Перевесить! Что за страшное?
Если я сейчас возьму, и все на этом. Хорошо, пошу, как все возьму. Классный набор. И сейчас на какое-то время. Ой, тут же отвлекся. Это же Амирины пакеты. Надо Амиру позвать. Зря отвлекла. Сейчас бы он еще возился с этим. Конечно. Кровать могла бы быть почище. Но он так увлекся, он такой классный набор нашел. Иди посмотри. Иди сюда. Так, снова мы с вами в Горячинске, на нашем участке, здесь на втором этаже. Вот такое состояние. Что-то я была довольна своей камерой, а теперь недовольна. Так, сейчас мы... Нет панорамного изображения. Зачем нам соседний дом, да? Нам нужен наш участок. Так, ладно, сейчас отвлекусь от этого ребенка. Надеюсь, ничего не произойдет. Да. Вот наш участок. Дядя Юра сделал балясины. Белочки, наверное, ушли. Так, куда это наша машина поехала? Интересно, знаю. Вы знаете, оказывается, вот те кусты, это в основном багульник. И здесь в мае все розовым цветом таким. Красиво, все цветет розовым цветом. Вот здесь тоже были заросли багульника. Мой папа все выкорчевал, все очистил. Здесь была рябинка. В общем, было очень жалко. А Саяна с Юрой, хозяева этого дома, хотели, чтобы здесь был лес. Ну вот, чтобы ничего не выкорчевывали. Но пришел мой папа, и никто не посмел ему сказать: «Папа, не надо, пожалуйста, не надо». Папа сказал: «Нет, это все надо очистить». И очистил. Так, я еще не была в бане, вот там дом баня. Я не знаю, функционирует ли она. Это идет Камила. Там Нарана. Это Амира. Вот твоя коробочка, забирай ее, пожалуйста, потихонечку. Это моя комната и мои вещи. Отлично, отлично. А это вот Адиль и его классный набор, которым он занят уже полчаса. Да, мне, пожалуйста, идите туда. Это как какая-то грязь здесь. Покусали? Ой, надо побрызгаться. Иди сбегай, возьми репеллент, который у нас в комнате.
загоняем этого мальчика. Бывает очень грубо. Ждем. Так, ну-ка, обуйся. Ой. Давай, давай. Будь здоров. Не, не стучи. Сейчас машина за... Пошли обратно. Идите, шагайте, шагайте. Что-то ко мне привязалась песня про Любочку, Маша и медведи. Бывают очень грубыми, но не обязательно. Либо, либо. Амуре, амуре. Так, иду. Держу в левой руке. Поэтому смартфон трясется. Дорога неровная. Надя, у меня Андрюха, в общем, всей семьей в Иркутск выехал, там что-то. В форме кокона такого, это тоже гнездо. Так, это мы находим. Суббота, мы на пляже. Всем привет, раннее утро. Вот в этой комнате я жила. Второй этаж у нас не совсем достроен. Все в процессе. Так, это я сфокусировалась на окне. В общем, замечательные виды из любого окна. Доброе утро всем! Ребята, так классно быть свекровью, потому что мне сейчас не надо бежать на кухню и готовить. На кухне уже кто-то что-то готовит. В этом сезоне я не купалась, я не смогла пройти, сделать шаги на этом каменистом дне, вот чтобы туда дойти. Но там не глубоко, видите, какая глубина. Так, мы на Безымянке. Вот сколько грибочков. Страшные грибочки. Грибы! В нашем любимом парке. Да.
случайно так раздавил. Обиды. Вот так. Раздавил кого? Не, просто там дырка муравьев делает. А, муравейник. Ты вход в муравейник случайно раздавил. Ясно. Хороший пятничный денечек. Наша любимая тропка в этом парке. Ага. Это грибочки. И там где он делал? Камера не видит его. Ага. А нынче грибное лето. Кажется. Ты туда не заходи, иди по асфальту. Вот. Были бы это белые. Или грузди. Или маслята хотя бы. Не мечтаю о рыжиках. Как можно быть таким сладким? Сплошная акцентация. Дорогие друзья, вы видите человека под воздействием атропина. У меня прямо голова болит. Зрачки у меня широкие, прям во всю радужную оболочку. Я этого не могу уловить. Камера не может уловить. Себя в зеркало я рассмотреть не могу, поскольку мне свет слепит глаза, и любое отражение от гладкой поверхности, от зеркала, мне доставляет боль. Я вспоминаю рассказы школьные по ботанике про растение белладонна. Почему у него название такое, что греческие красавицы ели белладонну, ну, в каком-то виде, не знаю, чтобы у них расширялись зрачки. Это считалось красивым. Но это вообще какие-то нереальные зрачки. И главное, действие. Это, видимо, препарат такой сильный, действие. Я должна была сидеть в коридоре 30 минут. Меня вызвали уже через 20 минут. И все процедуры совершили. Я ходила на консультацию к офтальмологу. И мне, видимо, смотрели там глазное дно. Прошло с того момента часа 3 уже, если не больше, а у меня зрачки все, кажется, расширяются, не собираются сужаться. Ну и что? Не понимаю, в чем красота больших зрачков. Дорогие друзья, давайте на этом попрощаемся. Здесь вы видите состояние флага ко дню выборов.